Добрый день! Снова Марина Волкова в рубрике «Люди, книги, города». И сегодня одна из трех книг, которые я привезла из Спасково-Лутовиново. Иван Сергеевич не мой писатель. Но не заехать в Спасково-Лутовиново, конечно, мы не могли. Но, во-первых, тройка Фет, Толстой и Тургенев – соседи и какой-то период их жизни – друзья – а во-вторых, Тургенев – один из редакторов стихотворения Афанасия Фета. И многие стихи Афанасия Афанасьевича мы знаем именно в редактуре Ивана Сергеевича. А книжечку эту купила я. Книга называется «Сенсилия. Стихотворение в прозе». Или, как их Иван Сергеевич называл, «Стихотворение без ритма и рифмы». В Спасково-Лутовиново, и это производство самого Спасково-Лутовиново. Ну, понятно почему. Потому что, во-первых, очень культурное издание. С очень неплохими графическими иллюстрациями Лыженковой. Конечно, с безумно мелким шрифтом, но что вы хотите от мини-книги, в которой 50 вот таких стихотворений. Долго ждала плохой погоды для записи некоторых стихотворений в прозе. Потому что Тургенев у нас, конечно, и в школьной программе прежде всего ассоциируется со стихотворением «Как хороши», «Как свежи были розы». И вообще название старческое предполагает некоторую депрессивность, грусть, готовность к уходу от жизни. О смерти тут действительно много стихотворений. Но вообще тон, конечно, больше подходит не сколько старику, сколько учителю. Учителю, который своих воспитанников чему-то учит, рассказывает им иногда прописные истины. Я прочту три маленьких стихотворения из этой книги. Первое стихотворение «Дурак» вполне могла бы написать, например, Анна Жучкова, литературный критик, который сейчас достаточно активно, но борется не то слово, а так подхихикивает, иронизирует над критикой Меже, которые их считают, но не слишком компетентными в деле критики. Итак, Иван Сергеевич Тургенев, «Дурак». Жил-был на свете дурак. Долгое время он жил припеваючи. Но понемногу стали доходить до него слухи, что он всюду зовет за безмозглого пошляка. Смутился дурак и начал печалиться о том, как бы прекратить те неприятные слухи. Внезапная мысль озарила, наконец, его темные умишка. И он, немало немедля, привел ее в исполнение. Встретился ему на улице знакомый и принялся хвалить известного живописца. «Помилуйте!» – воскликнул дурак. «Живописец этот давно сдан в архив. Вы этого не знаете?» «Я от вас этого не ожидал. Вы отсталый человек». Знакомый испугался и тотчас согласился с дураком. «Какую прекрасную книгу я прочел сегодня!» – говорил ему другой знакомый. «Помилуйте!» – воскликнул дурак. «Как вам не стыдно? Никуда эта книга не годится. Все на нее давно махнули рукою. Вы этого не знаете? Вы отсталый человек». И этот знакомый испугался и согласился с дураком. «Что за чудесный человек, мой друг Энен?» – говорил дураку третий знакомый. «Вот истинно благородное существо». «Помилуйте!» – воскликнул дурак. «Энен – заведомый подлец, родню все ограбил. Кто ж этого не знает? Вы отсталый человек». Третий знакомый тоже испугался и согласился с дураком, отступился от друга. И кого бы, что бы ни хвалили при дураке, у него на все была одна отповедь. «Разве иногда прибавит сукаризный, а вы все еще верите в авторитеты?» Злюка, желчевик начинали толковать о дураке его знакомые. «Но какая голова!» «И какой язык!» – прибавляли другие. «О, да он талант!» Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведовать у него критическим отделом. И дурак стал критиковать все и всех, нисколько не меняя ни манеры своей, ни своих восклицаний. Теперь он, кричавший некогда против авторитетов, сам авторитет. И юноши перед ним благовеют и боятся его.
Да и как им быть, бедным юношам? Хоть и не следует, вообще говоря, благоговеть, но тут поди, не возблагоговей. В отсталые люди попадешь. Житье дуракам между трусами. Апрель 1878 год. А вот следующее стихотворение в прозе Ивана Сергеевича вполне мог прочесть Николай Гарин-Михайловский. И это стихотворение, плюс еще переживания о судьбе собственной сестры, которая выведена в его тетралогии в последней части «Инженеры» под именем Мани, незавершенная вот эта вот повесть, похожа на стихотворение Тургенева «Пролог». Его, конечно, могла прочитать и Вера Засулич, и еще десятки, если не сотни, молодых девушек. Пролог. Я вижу громадное здание. В передней стене узкая дверь раскрыта настежь. За дверью угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка. Русская девушка. Морозом дышит та непроглядная мгла. И вместе с леденящей струей выносится из глубины здания медлительный глухой голос. «О ты, что желаешь переступить этот порог? Знаешь ли ты, что тебя ожидает?» «Знаю», — отвечает девушка. «Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и сама смерть?» «Знаю». «Отчуждение полное, одиночество?» «Знаю». «Я готова. Я перенесу все страдания, все удары. Не только от врагов, но и от родных, от друзей?» «Да, и от них. Хорошо. Ты готова на жертву?» «Да, на безымянную жертву. Ты погибнешь, и никто не будет даже знать, чью память почтить. Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени. Готова ли ты на преступление?» Девушка потупила голову. «И на преступление готова». Голос не тотчас возобновил свои вопросы. «Знаешь ли ты, — заговорил он наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь? Знаю и это. И все-таки я хочу войти». «Войди». Девушка перешагнула порог, и тяжелая завеса упала за нею. «Дура!» – проскрежетал кто-то сзади. «Святая!» – пронеслось откуда-то в ответ. Май 1878 года. Еще одно странное впечатление от этой книги, которое вот только при этом перечтении вдруг появилось, это прямая аналогия вот этих вот стихотворений в прозе с рассказами Эдгара Аллана По. Полезла искать, читал ли Тургенев рассказы По. Ну, русские переводы, первые переводы «Ворона» он, конечно же, читал, но вполне возможно, что он мог его читать и в подлиннике, поскольку среди пяти языков, которыми владел Тургенев, был и английский. К сожалению, ответа не нашла. Но вот некоторые здесь моменты, конечно, очень четко ассоциируются с образами Эдгара По. Хотя очень любопытно, что эти же стихотворения могут рассматриваться и как некоторые наброски к повести Тургенева «Призраки», хотя написаны, конечно, гораздо позже. И кто знает, если бы повесть была принята, ну, чуть более лояльно, с одобрением, вполне возможно, что тургеневская вот эта вот мистическая часть достигла бы рассвета, и в русской литературе, возможно, появился бы свой Эдгар Аллан По. Кстати, вспомнилось, что у Фета тоже, как ни странно, есть перекличка с По. Ну, такая, конечно, специфическая. Это прежде всего его стихотворение «Никогда», стоящее в творчестве Фета особняком. А в знаменитом «Вороне», как мы знаем, если переводить на русский, вот этот многократный повтор, это как раз и «Никогда» и есть. А «Философия творчества», написанная Эдгаром По, где он очень подробно рассказывает, технологически рассказывает, как он создавал стихотворение «Ворон»,
как раз упоминает и вот этот необходимость этого повтора и самого вот этого слова. Так что вот этот вот треугольник можно добавить еще и четвертым Эдгара По, во всяком случае его тень. Но закончу я не, скажем так, теми стихотворениями, которые напоминают Эдгара По, их смотрите сами, а вот этим маленьким, не сколько стихотворением, сколько уже афоризмом, если хотите, поскольку, наверное, во всех кабинетах литературы, во всех школах Советского Союза висели вот эти вот слова Тургенева. Русский язык. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, что такой язык не был дан великому народу. Июнь 1882 год.